You too. Сэр, поступили новые данные. Хорошо, Джек. Собирай всех. Поступила информация, что на побережье Франции проводят испытания нового боевого летательного аппарата, обладающего особыми мобильными свойствами и способным поражать бронетехнику и пехотные войска. Также нашей разведке получилось заполучить эти редкие кадры. Итак, господа, какие будут соображения? Я думаю, эту информацию необходимо проверить. Но у нас и так не хватает агентов. Как раз в этом районе сейчас на другом задании наш агент, доброволец из сопротивления. Ему поручено задание ликвидировать людей Гиммлера. Мы ему можем доверять? Да, сэр. Ну тогда решено, пускай он и займется этим делом. Хорошо, Джек, с ним можно как-то связаться? Он должен выйти на связь через 3 часа. Тогда поручаем это дело ему. Почему эти ящики до сих пор еще здесь?
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Интересно, что это за памятник такой? Я слышал, это связано с основанием города. Очередной герой? А ты не можешь мне аптечку принести, а то тут пальчик, вот. Что, опять? Thank you.
Джек, есть какие-то новости? Да, сэр. Вот, полюбуйтесь. На снимках как будто бы по городу прошелся ураган. Агент все-таки выполнил свое начальное задание. Надеюсь, такая шумиха не навредит нашему делу, а то стукнем птичек. Можно только надеяться и пожелать ему удачи. Thank you.
Stop.
Thank you.
Ты это видел, Джек? Невероятно. Поставленное задание успешно выполнено. Поздравляю! Миссия была сложной, вы успешно ее выполнили. Думаю, отдых вам не помешает. Нет, сэр, у меня еще есть незаконченное дело и очень длинный список. Разрешите идти? Ступайте. Удачи! С ума сойти.